Всем привет! С вами Информ-ТВ. Мария Болтнева – российская актриса кино и театра, которая стала известной в России и странах ближнего зарубежья после съемок в криминальном телесериале «Глухарь» и его многочисленных продолжениях. Дебют в кино произошел в 2001 году, когда она снялась в новелле «Запах денег» из сериала «Тебе решать». Затем было участие в эпизодах знаменитых многосерийных фильмов, например, «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Сваха» и «Безмолвный свидетель». Успела Болтнева попробовать себя и в качестве режиссера. Она сняла психологическую драму «Маниакальные проявления мисс Изольды К» и монофильм «Семь я». А для музыкальной картины «Бумеранки» еще и сама написала сценарий и музыку. В 2010 году на премьере своей картины «Маниакальные проявления» в Доме кино Мария знакомится с актером театра «Сатирикон» Георгием Лежавой. Молодые люди начали встречаться, а через год у них родилась тройня – мальчишки Платон, Тимофей и Андрей. Отец малышей несколько раз делал Марии предложение, но Болтнева, желая оставаться независимой, каждый раз их отвергала. Георгий продолжает помогать с воспитанием сыновей, часто приезжает из Новосибирска и бабушка Наталья, но Болтнева и Лежава по-прежнему живут раздельно, хотя мужчина не прекращает делать попытки наладить отношения. Видимо, Марии нравится такой свободный брак. Сейчас актриса продолжает строить свою карьеру и заниматься детьми, а вот в сторону мужчин почему-то не смотрит. А как вы думаете, почему? Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!